Йоу, всем привет, братишечки мои, сестреночки мои и все остальные на видео заходящие. С тобой, как всегда, я утес Шуморо, и добро пожаловать в PUBG. PUBG Battlegrounds, или в PlayerUnknown's Battlegrounds. Где мы с тобой сегодня поиграем, посмотрим, что нового в игре, какие здесь всякие разные интересные моменты, знаешь. Чем PUBG может нас удивить, как говорится, да? Поэтому, ребята, не забывай поставить лайк. Я PUBG не так часто снимаю, но вот я вижу, что ты ставишь лайки, значит, ты хочешь еще PUBG, и PUBG у нас продолжает выходить на канале. Рассказывай, как у тебя дела, а мы с тобой приступаем, короче, потому что сейчас у нас появилась новая возможность посмотреть на вот такой вот режим «Командный бой насмерть». Ты знаешь, PUBG же это Battle Royale, да? И когда подобное я вижу на экране, мне всегда интересно, а что там, ну, как там вообще развивается? То есть это же динамика, это же сосамика, это же движение. Короче, хочу посмотреть на командный бой насмерть, попробовать поиграть, посмотреть, что и как. А смотреть этот режим я в него не играл, поэтому сегодня у нас с тобой вот такая вот новиночка, как говорится, в PUBG. Посмотрим, удивит ли меня PUBG сегодня. Поехали? Поехали. Ну что, братики мои, сестреночки, давай посмотрим, что это за режимчик такой. Давай возьмем, значит, Скорель, да? И посмотрим, как что играется. Знаешь, мне кажется, что это офигенный режим для того, чтобы посмотреть, как сейчас играют и стреляют все пушки. То есть, да, вот я, например, давно не играл, да, и я там отдачи, зажимы точно не знаю, как сейчас работает, что и так далее. Поэтому мне кажется, что это офигенный режим для того, чтобы посмотреть на, соответственно, зажимчики всякие и прочее, прочее. Сейчас будем с тобой тестить и смотреть, что и как. Игра вообще 8 на 8, насколько я понимаю. Нам дается определенная локация, определенный участок. И на этом определенном участке мы с тобой, соответственно, ебенимся. Ну давай сейчас проверим, как здесь вообще, блядь, будет. Как здесь будут развиваться события, как говорится. Насколько сильные игроки, насколько охуенные ребята, насколько... Эй, папка, это мой хороший. Давай посмотрим. Так, значит, раунд один. Хорошо, мне дали пушку. И мне дали кучу всего, кучу обвесов. Давай глушачок ебанем. Давай глушачок ебанем. И отыграем, братан, блядь. Первый фраг есть. Блять, а где враг? Охуеть. Здесь хуй стоит. Чехлит всех, блядь. Блять, это наши уже. Да кого ты там нахуй стреляешь, блядь, маленький, блядь. Ебать, пушки водит. Ебать, пушки водит мои, пукалка, блядь. Так, мне не нравится. Я бы хотел компенс поставить и вот такую рукоятку. Там вертикалочку надо было заебать. Да, конечно, сидишь ты там, ебать, маленький. Грена есть? Есть. Прокинем им. Они сверху там сидят, блядь. Родненькие мои. И вон чел. Ой, мои хорошие такие, блядь. Ебать, я тут тел наложил. Давай перейдем в другую позицию, а то сейчас меня пиздючить начнут. Охуеть просто. Тут главное от позиции отыгрывать, на самом деле, если командный бой рассматривать. То есть мы знаем, что там есть точки респауна вражеские. Вон, видишь, сзади хуй стреляет по нам. Это чел за мной, короче, охотится. Я понял, блядь. Это мой родненький, блядь. Это мой хорошенький, блядь. Ай, как чайки нахуй налетели. Так, они с другой позиции пошли. Мы меняем позицию. Меняем дислокацию. А где здесь? Ёбаный! Господи! Это я на точку респауна вбежал! Ёбаный рот! Блять, надо понимать эти точки. Где-то тут. Где-то тут, блядь. Где-то тут родненькие были, блядь. Бля, мне нихуя непонятно по звукам. Ой, аирдроп. А чё в нем? В
Блять, точки респауна поменялись, видишь? Меняются они на ходу. Уродненький, блядь. Конечно, блядь. И блядь она нахуй. Так, теперь они пойдут оттуда. Мы ангар зачистили. То есть они пойдут с противоположной стороны, где они были до этого. Насколько я понимаю. Вот, да, это наши точки респауна. Видишь, точки респауна, они меняются постоянно. Не, пушку вводит, конечно, пиздец. Давай попробуем поставить вот так вот. Сейчас будем тестировать с тобой пилюльки. Как вообще в PUBG пилюлиться, блядь? Это охуенно. Ну, я кайф получаю, на самом деле. Постреляться в PUBG. Ты кто? Раунд первый. Так, давай попробуем другую пушку. Давай попробуем, я не знаю, пользовательский выбор. Я не знаю, я хочу посмотреть, как G36 сейчас работает, да? Да, давай G36 возьмем. Посмотрим, что у нас G36, и поставим на нее прицельчик. А вертикалочка на ней стоит. Давай поиграем с G36. Момент достаточно интересный. Мы поменялись местами. А ну нахуй! Компенс. Ёбаный стыд, нахуй. А как сейчас контролить отдачу в PUBG, ёбан? Рателла ебельная, блядь. Это рили странно очень. Какой-то рандом вообще по дерганью, блядь. Чё с Пашкой? Чё с Пашкой, блядь? Папка-то Пашка теперь будем называть. Чё с Пашкой сделали, блядь? Что с Павлом? Что с Пашей, блядь? Паша? Паш, ты здесь? Паш, ты на видео? Паша, что с тобой, блядь? Очень непонятно, очень интересно, блядь, что с Пашей у нас получилось. Мне не нравится это поебень. Я не знаю, может ему такую поставить? Ручку. Хуй знает, не уверен. О, такая ручка нормально. Нормик залетает, пацаны. А что у меня там вообще? Статистика есть какая-то же здесь? 11 убийств, 2 смерти. Нихуя там 25 фреймер Старк наебашил. Нихуя себе. Как он их находит? Из чего он там работает? Они оттуда пойдет. Слушай, G36 нужно вот эту вешать. Рукоять. Я тебе однозначно скажу. Да, прям вот эта рукоять. Прям за яйцом будет, братик. Ах, сука, поймали меня маленькие, блядь. Вот, и эта рукоять прям, блядь, прям топчик для G36, как мне кажется. А, могу перестать? Да, у меня сейчас эта рукоять стоит. Нихуя задрало. Но это, видимо, от попадания. То есть, сейчас вот передрало так, что я вообще не мог контролить отдачу. Это очень странно. То есть, иногда передирает настолько сильно, что пиздец вообще. А, ну-ка. А если вот такой комплект сделать? Ну вот я давно не играл, да, и у меня смешанные и смутные ощущения. От, соответственно, пушек. О, они здесь. А это наши здесь. О, аирдроп. Могу взять? Или, бля, пизды дадут нахуй под аирдропом. Что-то все притихли. Давай посмотрим другую пушку. Так, какие еще? Я хочу, короче, посмотреть все пушки и как оно работает. Ну, а АКМ одевать смысла нету, да? Давай эйсик оденем. Посмотрим, что у нас с эйсиком будет.
Блять, у нас G36 сейчас здесь. Короче, вот в этой линии смысла нету, потому что она вся простреливается, эта линия. Вот, и надо, блядь, как-то зайти с эйсика. Попробовать. Но мне кажется, мы этот раунд возьмем второй. То есть, если это смысла не имеет. Можно, конечно, подсиживать их. Вот они выходят сами, получается, на линию. Вот, видишь, зашел чел. Откуда, блядь? Как наши ребята ебаные, блядь, извините меня, пожалуйста, за выражение, находятся, блядь, у нас так хорошо все было, и я так сосаю хуй. А, бежит, блядь. Жора, стрелять, блядь. Жора, стреляй. Ебаный, ну. Нихуя, совы им въебало. Нихуя, папка. Вот здесь вот мне не нравится. Точки видимости нету. Откуда челы бегают, блядь? Там АВМщик, блядь. Сейчас зайдут с этой стороны. Спокойно, брат. Ну, видишь, как пиздючат сразу. Перебежал чел. Ну вот как он видит меня, блядь? Не понял. В смысле, блядь? Он видит мой плащ? Чё за префый чел дает? Как будто наверху хуй. Они пытаются раунд отыграть. Не даем фраги. Объясни мне! Нахуй ты вылез-то обратно, я бы, блядь, тебя убил! Нечитаемо! Нечитаемо, блядь! Он не должен был залезть, он должен был залезть? А, он не должен был залезть, знаешь почему? Мне не нравится эйс. А, он не должен был залезть, потому что у него нет хилок. Да ёба! Вы чё, блядь, издеваетесь? А это откуда было, блядь? Я слышу только... А, сзади вообще? Подожди, а, он резнулся здесь, всё, я понял. А, нет, это мой резнулся. А откуда меня... Вот смотри, вообще... Чё рисует узор? Какие узоры рисует, блядь, пушка? Я нихуя понять не могу, блядь. Чел вон сидя просто с М416, Никис какой-то. Блядь, не проигрывайте, ребятки, блядь. Папку удивляет реально, чё с пушками нахуй, победа, заебись. Чё с пушками, блядь, чё я ещё хочу. Ну чё, ребята, нету рук, бери... Ням-ням-ням-ням-ням, бери ау. Господи, что здесь нахуй происходит? Что за ад? Ебать, сколько в движухе в пабге. Пап, скучный. Нихуя себе скучный. Угу. У вас пульки, блядь, липнут ко мне, блядь. Пацаны, братаны, блядь. Сейчас разберемся. Здрасте, блядь. Угу, конечно. Двигаешься, брат? Да, конечно, блядь. Здравствуйте, нахуй. Я вас умоляю, блядь. Нету рук, бери ау. Блядь, это камень. Бля, мне пизда. Нет, мне не пизда еще. Мне еще не пизда, нету рук, бери ау.
Он нету рук, бери аук. Пятерочки. Берильчик взял. Без нихуя. Блядь, прицельчик бы. Здравствуйте, блядь. Сейчас чекнем, сейчас почекаем, ребята, блядь. Ну что-то мы проигрываем. Я не знаю, блядь. Наши фидят. Блядь, у нас дотеры в PUBG. Ребята, дотеры в PUBG. Дотеры в PUBG. А. Ну, красавелла, бля. Ой, нихуя! Ой, нихуя! Я неудержимый. Я неудержимый, зай. Ой, блядь, зай, какая зая, нахуй. Бля, мне пизды дали, пока я допизделся. Так, подожди, что мы еще можем посмотреть? Ёбаный свет. Ну что, ребята, давай. Значит, поиграем еще, как говорится. Значит, какая фишка? Я настроил себе управление. То есть у меня была проблема. Я не мог контролить отдачу нормально. У меня множитель вертикальной чувствительности был внизу. А он должен быть плюсовым значением. Для того, чтобы у тебя вертикальная чувствительность была выше, чем горизонтальная. Ну, то есть вообще вертикальная чувствительность очень важна для того, чтобы ты мог, соответственно, контролить отдачу. То есть если мы вот стреляем и тянем вниз, соответственно, мы больше держим на цели... Мы больше держим прицел на цели. И таким образом пиздючим игроков. То есть это очень важная тема. Поэтому вертикалка должна быть высокая. Ее даже можно повыше... Блядь, еблетина была. Ее можно даже повыше немножко сделать. То есть вот такой вот, например, да? Сейчас будем тестировать. На самом деле мне очень интересно, потому что я очень давно не играл. Ну, как бы ты знаешь, так реденько захожу. Но такой режим пизда тут иметь на самом деле. Это охуенный режим для тренировки, для всего... Для сноровки, для сосовки и всего прочего. Они все пытаются обойти, блядь, слева. Это очень странно. Они пошли оттуда. А тут нашего припиздюлили. А, блядь! И там внизу хуй. Ладно, не стоит, наверное, так выходить. Давай поаккуратнее будем пикать. Как бы тем не менее. Когда в окружение попадаешь, это очень хуёво. Надо нашим очков набрать. Я не знаю. Опа, наверху припиздюлили. Здесь нету никого. Airdrop. А, братанчик. Airdrop заберу. Посмотрю, что в нем, что здесь падает в нем. Нихуя! ФАМАС! А что за ФАМАС? Что с ФАМАСиком у нас? О, нихуя себе, блядь! Нихуя себе, блядь! Бля, папка меня удивляет. Вот захожу постоянно. И меня папка. И меня папка удивляет, ребята, блядь. Вроде бы такая игра. А такая... Удивлятельная. Блядь, и под патров нету. Патров нет. Нету рук, бери ФАМАС. Если ты любишь нас... Если ты любишь в глаз. А, сзади! Сука, там третья бронька. Там третья бронька, и я волосатый, вуки. От, сука. Ребят, давайте давить. Ребят, надо продавливать, блядь, ребят. Они сзади зашли, короче, у них респаун поменялся. Вон, видишь? А это откуда сейчас было? Стреляли не в меня, а попали в меня, получается, блядь. Сука! Удивительный пап. Либо меня сверху крыли.
Да ну нахуй. Это с чего он меня пизданул сейчас? МК-47 Мутант. Так, здесь мы проиграли раунд. Сейчас мы, короче, вытаскиваем этот раунд. Мне не нравится. Давай посмотрим еще какую-нибудь пушку. Бля, хорошо так отыграли и так плохо, блядь. Так хорошо было и так плохо, ребята. Ёбаный пиздос нахуй. Скорелька, АУК, мы смотрели, Эйс. А давай Мутанта поиграем, блядь. Ладно, сейчас стартанем с этого. Давай попробуем отыграть этот раунд. Бля, ну папку удивляет, конечно, блядь, своими режимчиками, хуемчиками, зажимчиками и всем прочим. Охуенно так вернуться, на самом деле. Надо чаще играть в эту игру. Чтобы в нее играть пиздато, в нее нужно играть часто. Вот, и это очень важный момент, то есть важный аспект PUBG. Чтобы играть в эту игру, нужно играть в нее часто, да. И ты получаешь от этого удовольствие. X3 прицельчик ебанем. Нихуя! Как мне нравится с компенсом мутант. Как мне нравится с компенсом мутант, ребята! Блять. Блять, нормально раздает мутанчик-то, ебать. Развал говна. В кого стреляешь, брат? Мне нужна подпилка. Снизу там не заходит, не выходит. Ебать там. Чел. В смысле, блядь? А, точка респауна поменялась. Я очень долго засел. Смотри, наших вычисляют на этой позиции, то есть выбивают, да? И, соответственно, блядь, у них меняется точка респауна. И, блядь, они могут зарезаться прямо у тебя в жопе. Это пиздец. Бля, охуенный мутант. Вот с этой я как-то недооценивал раньше. Я недооценивал на самом деле мутант, потому что мне казалось, что эта пушка говна. То есть, как бы, если челики при брониках, то эта пушка, она не очень тактильно ощущается. Ну, то есть, по ощущениям, она говёная. Как мне казалось всегда. Ну, то есть... Пушка очень не соответствует моим ожиданиям. Соответственно, она меня удивляет. Так, это наши. Ебать, они все там, что ли, на горке? Да, конечно, ты, блядь, там постреляешь, блядь, братан. У меня мутант, блядь. Но мы здесь пососем хуй, мне кажется. Потому что ребятки отыгрывают не на полную. Не хотят они на полную. Ебать, сейчас меня сзади убьют просто. Хорошо. Где у них сейчас респаун? У мальчишек. Блядь, тоже мутант, нахуй. Ну, интересно на самом деле. Я вот удивляюсь постоянно PUBG. Есть здесь моменты удивительные. Что, не пойдут отсюда? Ну вот откуда он валит, блядь? Они уже сзади, что ли? Вот, видишь, как бы, сейчас он меня раздал. С UMP, блядь. Чел с UMP раздал, нахуй. Нихуя. Please try again if you... Чё? Папка? Да ну нахуй. Багулька. Пацаны. Please try again in few seconds. Пацаны, я резнулся, пацаны. У меня получится, мальчишки. Нихуя. Я внутри человека, блядь. Мне нужно побеждать! Нихуя такой камеры ты в PUBG никогда не видел, блядь! Папку удивляет! Папку удивляет! Папку удивляет! Папку удивляет! Не забывай поставить лайк, если хочешь еще. PUBG!